председатель областной организации профсоюзов работников культуры Анатолий Владимирович Яловой. Добрый день, участники, гости сегодняшнего открытия очередного конкурса. Снова очень приятно собраться в этом зале, снова приятно видеть такие вот глаза и детей, и родителей, всех участников этого фестиваля. Для, знаете, когда-нибудь красота вместе с музыкой спасут этот мир, и для нас, как для профсоюзной организации, очень важно поддерживать все шаги, которые вот ведут к этому спасению. Поэтому, естественно, мы не могли не откликнуться на просьбу и инициативу наших преподавателей из 7-й музыкальной школы. И для проведения этого конкурса уже второй год подряд мы учреждаем свой денежный приз для обладателя гран-при 3-го открытого конкурса скрипачей и виолончелистов имени Леонида Когана. Это денежная премия. И сейчас в связи там с определенными делами я, к сожалению, не смогу быть на закрытии, но позвольте сертификат на эту денежную премию вручить директору музыкальной школы Жанне Леонидовне. Она его обязательно на закрытии передаст обладателю гран-при, и обладатель гран-при получит свои деньги. Очень здорово, что в нашем городе проходят такие конкурсы.